А, помню, зимой в Химках я был. Лица. Он такой, какая новинка? Я говорю, три в одном сразу. Он просто, может, штаны было поставить через два дня в радарск. Все вылезали через окно. Не, вот так упал. На этом бега его завершились. Всем привет, друзья! Начался второй зимний зенитовский сбор, и тут я вспомнил фантастическую историю, которая произошла... Никому не интересны твои истории. Твои истории тоже никому не интересны? Я и не спорю. Давай лучше футболистов спросим. И тренеров. И тренеров. Погнали! Vamos! Тема сегодня интересная. Мы вспоминаем самые дикие сборы в карьере футболистов и тренеров. Какие-то байки, необычные места, где проходили сборы. Вероятно, это с тобой происходило в начале карьеры. Может быть, в какие-нибудь... Интересные дали тебя заносил футбол. Интересные дали. Так. Условия, может быть, какие-то. Спартанские какие-нибудь условия. Ну да, когда на сугробе спал. А, помню, зимой в Химках я был в первой лиге, и нас отправили в Кратово зимой. Не все в Турции там. Я знаю, бюджета не было, не знаю, что было. И мы в Кратово поехали. И вот там сугробы, холодно. На тренировке едет, да, еще тренер был, Красножан. Приседали много. На сугробах? Нет, в зале по 100 килограмм там, да и все. Подожди, то есть вы поехали в Кратово и зимой и тренировались да, на улице? Да, просто на улице, да. На искусственном поле. А в чем смысл был вообще куда-то ехать? Без понятия. Просто, мне, типа, там, смена обстановки? Без понятия. Бывал я в разных точках. По пудрике. Это как его, не знаю, но много где. Я подумаю, обещаю, я сейчас прям сфокусируюсь. Магомед. Твоя любимая история, связанная с предсезонной подготовкой? По-моему, 2010 год, начало. Я первый раз поехал с молодежным составом «Локомотива» на сборы. Хосты это было ли? Ну, под Сочи. Мы приехали туда на сбор, нас привезли в санаторий и распределили по комнатам. А там самое интересное, санаторий такой, ну, как бы нормальный, но там, когда в номер заходишь, там стоят две кровати. А когда ты ложишься в кровать, у тебя ноги еще на 30 сантиметров упирают. Но это еще ничего. Самое интересное, что я такой хочу пойти, там душ принять, захожу, а там получается, я смотрю, душа нет. Я такой про себя думаю, где купаться-то тут? Потом вижу, над унитазом висит как сверху такой шланг. И там получается, ты просто закрываешь дверь и прямо где умывальник, унитаз, то есть там купаешься. Ага. И мы в шоке были. Я выхожу и другу говорю, слушай, тут новинка. Он такой, какая новинка? Я говорю, три в одном сразу. И он такой, да ладно. Я говорю, да, пойдем, покажу тебе. Он такой удивился еще, какая новинка. Заходит, я говорю, можешь прям садиться на унитазе, я говорю, чистить зубы и сразу душ принимать. Но это было прикольно на самом деле. И нам на тренировке надо было бежать там где-то 1.5 километра до поля, и на тренировку прибегали. И это были самые тяжелые сборы, по-моему, которые у меня из всех. Потому что в 7.45 был подъем, мы сразу шли на пляж, делали работу, приходили, не успевали искупаться, ничего сделать. Просто приходили, завтракали в этих же вещах, через там, час выходили на вторую тренировку. И в таком ритме у Рената Яровича самые тяжелые сборы это. Когда нас переводили в двухразовый режим, это для нас был кайф. Это был всего уже третий сбор только. Первые два сбора, три тренировки в день, это не обсуждается, иногда даже 4 с тренажерным залом. Поэтому вот так вот закалялись. И за это я благодарен также Ренату Яровичу, потому что это та школа, которую я прошел и понял, что нужно очень много работать, чтобы достичь результата. Вот что-нибудь со сборов, что тебе запало в память? В Турции в том году. Так, стили. В общем, там был 10-метровый бассейн. Так. И пацаны там боялись ногами вот так прыгнуть. И я на спор с пацанами сказал, я сальто сейчас сделаю 10 метров. Сейчас видео есть на телефоне, покажу, если что. В общем, сначала я начинал вот это, как ступеньки. Первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый. Ага. Все, каждую ступеньку я по сальто делал пошагово. И в конце сделал. И попал, неудачно упал. Неудачно? Да, лицо. Больно? Не, вот так упал, в общем. А. Ногами в день, но... Лицо. Есть видео? Да. Браво! Вот вы сейчас посмотрели видео. Просто завалите лайками, потому что такой эксклюзив человек предоставил.
просто гений. Спасибо. Наверное, так, когда уже был постарше, с профессиональных сборов не так много странных историй. Uh-huh. Из детства вот, однажды ехали мы с командой «Динамо Барнаул» на турнир в Междуреченск. И на трассе, ну, ехали на небольшом автобусе, такой японский, у нас было там детей, человек 15-17, наверное, и тренер, и водитель, получается. И попросили водителя остановить, сходить в туалет. Была зима, мороз, Сибирь, и так была заснежена дорога, то есть кювет был вровень с самой трассой. И не видно было, где останавливаться, то ли чуть-чуть съехать можно, то ли остановиться прямо на дороге, что тоже опасно, потому что если будут ехать какие-то грузовики, могут не успеть затормозить. Вот. И водитель немножко так одним колесом съехал с дороги, и получается, что там такой был, видимо, большой сугроб, и автобус просто завалился на бок. К счастью, там ничего, стекла не разбились, ничего, то есть как автобус не получил повреждений. И вот команда где-то посредине трассы между Барнаулом и Междуреченском, там нам было лет по 10-11, наверное, тренер, наверное, больше всех переживал, получил, наверное, много седых волос в этот момент, потому что реально было холодно, посреди трассы автобус перевернулся, мы там пытались его что-то раскачать, поднять, но, естественно, так, дети. Для нас это, конечно, было изначально как приключение, потом уже начали понимать, что действительно опасно, останавливали машины, которые ехали, просили помочь, вот, и там один из фур проезжающих смогли там прицепить тросом, как-то поднять, перевернуть, обратно поставить этот автобус, и вот благополучно потом уже потихоньку без остановок добрались. Сколько времени заняла спасательная операция? Ну, я думаю, часа два мы там точно провели, подзамерзли немножко уже под конец. Хорошо, что, в принципе, было все, ну, прошло всего два часа, и были попутные машины, которые остановились помочь. Потому что так было опасно, как мне сейчас кажется. Слушай, ну, вряд ли же вы все были пристегнуты. То есть, наверное, когда он перевернулся, все как горошины посыпались. Ну, да, просто сидели как в автобусе. Естественно, он завалился, пришлось вылезать через водительское окно. То есть дверь, как раз упал на дверь, и все вылезали через окно. Ну, хорошо, что никто не пострадал, никто не получил никаких травм. Впоследствии еще турнир выиграли, поэтому, в принципе, эта история такая со счастливым концом. Один раз был случай, когда мы были на сборах, и тогда очень много бегали. Так называемая царская тропа в Ялте. И у нас был один защитник центральный из Македонии. Угу. И мы вышли на очередную пробежку. Так. Ну, не, вернее, не пробежку, а беговую работу. Угу. И уже когда работа закончилась, увидели, что кто-то пропал. Нет одного игрока. Так. Пошли смотреть, там же такие, знаешь, обрывы. В принципе, есть там всякие повороты такие неприятные. Думали, мало ли что случилось. Пошли, смотрели, искали, всю тропу обошли. Не нашли. Приехали, он в гостинице сидит. Так. А там, получается, сама тропа, где ты бегаешь, получается, она недалеко от дороги находится. Угу. Он на каком-то этапе устал, просто вышел наверх на дорогу, остановил машину и уехал в гостиницу. Македонская предприимчивость. И говорит, все, я больше не могу. На этом бега его завершились. Леш, да. Расскажи что-нибудь интересное о сборах. Я не помню, это были, наверное, одни из первых сборов детские. Сколько там лет-то было? Лет, наверное, по 10, может. Что за команда была? Крылатская. Школа еще. Вот. Сбор был в Чехове, в городе. В комнатах жили хоть 4 человека. И кровати располагались как бы 2 и 2. Вот так вот. Ага. Вот. И комнаты прям, ну, были, ну, как вот везде, в принципе, они рядом все шли. Ну, что, я, короче, засыпаю ночью и просыпаюсь от того, что, короче, ну, вот я лежу на кровати, а здесь парень сидит с команды ночью. Ага. Я что-то... Вот, и он теперь на меня так еще смотрит, ну, как будто нагло, знаешь, я думаю, ты что делаешь, ну что, вот. И все это в такой просуне вообще, ну, жестко, как бы, вообще, вот. Ну, что, все, я заснул, просыпаюсь на следующий день, говорю, Газик, я говорю, ты что, говорю, ко мне ты пришел? Он говорит, ты что, прикалываешь, что ли? Я говорю, ты ко мне пришел? Шел ночью, говорит, и, типа, и получилось, знаешь, что, как я это сделал, я не помню, что... В итоге, как бы, лежал на его кровати я, а не он сам.
Вот, ну да, оказалось так вот, походу, у нас кровати были в одном месте, знаешь, как бы как в номере. Ага. Вот, но номера-то были разные. Вот, и походу я ночью типа сегодня перепутал. Вот, и все. И вот так вот был замечен. Разочек переночевал, можно сказать, в чужой кровати, да. Подожди, это с просонья было или все-таки ты лунатил, может быть? Слушай, ну это я не знаю, я надеюсь, что с просонья, а там как оно было на самом деле. Не, ну да, больше таких случаев не было. Ну у меня, я помню, как я на тренировку опоздал, приехал в Дуклу, в чешскую. Так. Первый день первых сборов. Так получилось, что мы жили вдвоем, и мой партнер по комнате был травмирован. Он говорит, как бы, ну, типа тренировка, там во столько-то. Ну и мы без так лежим. И он мне потом говорит, а ты что лежишь? Я говорю, ну ты же мне сказал от Востока. Он говорит, так это у меня тренировка. Говорит, потому что я травмирован. А там на велосипедах надо ехать. И я на велосипеде прям приезжаю, уже все разминаются. Вот, в общем, так я... Насколько ты опоздал? Ну, минут на 10, наверное. Насколько дисциплинированный футболист Вячеслав Караваев, что вот это самая форс-мажорная его история? Это единственный раз был. Ты больше никогда не опоздал на тренировку? Нет. Просто приехали первый день, ну, в новой команде, сборы, да, и я сразу прям опаздываю. И ты никого еще не знаешь? Ну, так как бы имеется в виду. Успел познакомиться, там несколько тренировок было в Праге, но все равно как бы новый человек. Сборы. Некомфортно. Да. Что сказала команда, что сказал тренер? Ну, похлопали, поржали. Традиционно? Да. Ну, и пришлось на ужине сказать какую-нибудь речь, там, пожелать приятного аппетита туда-сюда. Песни не пел? Ну, пел, когда дебютировал только. А что пел? Коля, мы уже об этом заговорили. Я уже не помню, что я там пел. То ли коня, то ли Катюшу. Ну, классический, стандартный. Прошел по классике. Да. Allora, il primo anno in cui ho iniziato a lavorare come professionista nella Juventus, mi toccò guidare un pullman, un piccolo van, dove con me portai sei calciatori a vedere un concerto nel paese vicino a dove eravamo in ritiro. E questi giocatori valevano tanti soldi perché erano Del Piero, Zidane, Conte e diversi altri. E poco prima della fine del concerto la sala era buia e i giocatori si alzarono e andarono via con altre macchine. E io, terminato il concerto, rimasi con la macchina, con il van vuoto. E quando arrivai all'hotel, centro del raduno, e c'era Ancelotti che mi aspettava insieme ai dirigenti e mi dissero: hai perso un carico bilionario, adesso cosa puoi fare per rimediare? Per fortuna tutti sono arrivati all'hotel, ma domani devi fare piegamenti in mezzo al campo per pagare il tuo pegno, la tua multa per aver fatto questa cosa. Quindi il primo ritiro è stato molto bello, ma anche molto traumatico per me. Questa è la mia storia che volevo condividere con voi quest'oggi. Un abbraccio. А был еще такой, я думаю, прям очень интересный случай. В карате было. Мы на поле, полив включился, и у меня намечилась кофта. Я попросил доктора, говорю, можешь, пожалуйста, принести мне кофту, потому что она мокрая. Он говорит, да, хорошо. И он ушел, и я там через некоторое время слышу так звук реально громкий. Бам! Я говорю, ну все, доки ударился. А он, получается, когда заходил в базу, забежал, и обратно взял кофту, выбегал, и дверь не успела электронной открыться, понимаешь? Стеклянный. Бум. Да, и он стеклянный так, реально на большой скорости вошел, потому что мы потом достали видео и посмотрели, знаешь, с камер, которые на базе находились. А в этот момент выходил массажист. И он идет, слышит этот звук и такой, пам, и говорит, позовите доктора, доктора позовите. Я говорю, так дело в том, что доктор там. Это хорошо. И прям видно, как он упал, знаешь, разбил нос, сломал зуб. Да, но такая интересная история была. Так сильно он хотел принести тебе футболку. Да, помочь. Есть какой-нибудь человек, который у тебя быстро в памяти всплывет, у которого больше всего историй, который все время травит про сборы, еще про что-нибудь? Не, ну, Кормильцев, наверное. Да? Да, он самый юморной был у нас и в сборной. Я думаю, в тех клубах, в которых он играл, но это просто человек-анекдот. Был один тоже с ним связанный эпизод. Он у одного футболиста, как раз Кормильца, говорит, можно я хочу себе машину купить, ты, я слышал, продаешь. Он говорит, да, продаю.
Он говорит, можно я попробую поесть? Он говорит, конечно, ключи на тумбочке лежат, пойди поесть. А тот футболист, который продает, говорит, я смотрю, минуту времени приходит, он говорит, все, я покупаю. Ой, как ты что так быстро поесть? Он говорит, да нормально, не переживай, все хорошо, я беру машину. Интересно. Он, кажется, вышел на парковку и вместо передней включил заднюю и въехал в кирпичную стену. Ну, зато честно поступил. Мог, не, бы, ну, мог честно, бы прийти, но... и сказать, там машина твоя разбита. Да-да, стена на нее упала. Как-то я играл в Армении, в МИКе Ереванской, и поехал на сбор в Тбилиси. Тогда я еще не знал родственников своей девушки, Марики. Она грузинка. Она грузинка, да, ну наполовину, мама у нее грузинка. И она говорит, познакомься с моим родственником без меня. Я говорю, да без проблем, давай, конечно. Они приехали, забрали меня с отеля, у нас был выходной день, и повели меня в ресторан. По всем традициям, там хинкали, короче, все, шашлык, покушать. И когда нам принесли хинкали, я заказал майонез. И они были в шоке просто, что как майонез с хинкалями, они, ну, не привыкли к такому, там же едят без всего, без того. Перчик там добавляют и все. Якобы мне стало чуть неудобно, неловко, но пришлось все равно скушать, потому что я люблю, любил с майонезом хинкали, пельмени. Вот, и а сейчас отказался. И вот, наверное, может быть, это забавная история или нет, но они были немного в шоке. Как тебя не выгнали из-за стола, расскажи. Да, не выгнали, ну, может быть, из-за уважения, то, что я встречаюсь с Марикой. Вот, и из-за этого, наверное. Ну, в дальнейшем я старался не делать подобного. Хотя они предлагали майонез так же, как и в тот раз у меня. Может, ты еще хачапури с кетчупом в тот раз ел? Не-не-не-не, это уже было бы, наверное, вообще перебор. У нас переизбыток опытных футболистов. Не нужна какая-то молодая кровь, история молодая. Ловленная финита джим. Со сборов. Я знаю, что у тебя она есть. Любые сборы вот за всю твою жизнь. А какая нужна такая смешная, серьезная, наказуемая история? Все вышеперечисленное подходит. А я сейчас если можно взять, наверное, что-то из интересного, это такое было, можно сказать, детство. Там лет 13-12 у нас лагерь есть. Миша даже провел с Михаилом Кижаков. Знаком. Так. Так, именуемая барака, дубки. Вот, и, так скажем, там у нас был друг у меня, Сережа Николаев, привет, как говорится, ленинградец, как дела? И у нас тренер был, очень-очень веселый тренер, такой рыженький, извините, пухленький, очень пухленький, солидный. Знаете, как-то у нас строго все, режим, мы должны в лагере спать в 10 вечера, обязательно в 9 вечера. А мы ничего. Тренировались, пришли там с баскетбольной площадки, 9:30. Он к нам подходит, как, знаешь. Начинает так шептаться, типа. Че, пацаны? Рыбалочку, эй. Рыбалочку. Мы такие в 13 лет. Какая рыбалка? Что вообще? Зачем? Для чего? Такой, поехали. Ну все, и мы садимся. Едем на рыбалку. Так. Куда-то туда, под Волхов. Не знаю, часа. Я не помню, сколько мы ехали, очень долго. В 10 вечера? Да. Сколько вы ехали? Я вот не помню, час точно ехали. Куда-то мы ехали, так. Просто вон Сережа так едем. Не понимаю вообще, как дела вообще, ребят, где лещи? Мы едем, доехали. Мы так рыбачили, мы просто вот так, просто сидели. Посмотрите. Наловил что-то, наловил. Это вот самое интересное было дальше, это когда мы вернулись. Все, прекрасно наловил рыбку, там такие, все виды. Мы возвращаемся в лагерь. 2 часа ночи, может, 1:30. То есть как бы мы вдвоем, да, сражающий режим, это лагерь, мы не спим. У нас был, у Сережи был по комнате, так скажем, коллега. Мы заходим, что мы просыпаемся, и он просыпается. Заходит такой, почему не спим? Что, режим? Я что написал? Отбой у нас 9:30. И потом мы заходим в другую комнату, где мой друг. И там уже все по-другому. Он заходит и говорит, Женька, не спишь? Смотри. И голыми руками начинаем доставать вот эту рыбу. Смотри, ботва. Окунечек. Лещ, посмотри, лещ. Серега, подержи леща. Вот такая дойзер. Ну, в общем, это раздвоение личности присутствует. Легко. Я вообще думал, что можно запикать. То есть по губам он поймет. А так можно запикать, а вдруг обидится. В Марбелика были с Анжи на сборах. Все время ездили.
благодари последнее. У нас был микроавтобус свой, и администратор ездил. Раньше работал таксистом, ну, до этого, до того, как попал в команду, бомбил. И он все время, короче, ну, представляешь, Марбелли, да, там машины, там, Ламборгини, Феррари и прочее. И он все время ездил на этом мультивене, 150 где-то так. И там были случаи, когда, ну, какой-нибудь человек едет на Феррари по левой полосе, и он дальними фарами мигает, моргает. И человек на Феррари просто не понимает, что происходит. А у него еще не принято это. Он думает, что кто-то, может быть, тоже на спорткаре, а там сзади просто едет мультивен, этот микроавтобус. И администратор там летит на скорости там 140-150. И вообще удивленный, просто не мог понять, что происходит. Так, у нас в Волге ездили на сборы. В Турцию. Что там было? Был отель Кремлин назывался, где было 750 миллиардов команд. И если ты просто опаздывал на 3 минуты на обед, то тебе просто 3 картофельных фри такие лежали в масле и все. Такие пожухлые прямо, которые никто не брал. Даже кошкам не отдавали их там, наверное. И тебе приходилось питаться этой картошкой в масле. Ну, были гостишки с тараканами там. Но это же не самый худший вариант. Взял оп, после сна ам, с кофеечком. Не, ну а что, в лагере были спартанские, да? Наш лагерь. В лагере, в Тарасово. Тарасово, да? Тарасовка. В лагере Тарасовки, где семья Зерева. Были поистине спартанские условия. Подожди, а ты уже застал бараки или нет? Ну, я застал, когда они уже развалились. Я застал бараки деревянные. И когда было на улице летом плюс 25-27, в бараках была сырость, и постельное белье было просто мокрое. Все. И ничего там не было, ни стирки. Заходили после тренировки просто в озеро. Там рядом озеро было большое такое. Мы заходили в вратари прям просто... Ну, мы сначала там по 2-3 тренировки было. Мы, естественно, формы не было много. Мы там сколько-то дней не стирали, естественно, потому что горячей воды там для стирки не было. Просто в угол ставили штаны. Знаешь, мы просто, может, штаны было поставить через 2 дня вратарские. Но там на горевом поле мы тренировались. В угол поставил их так раз. И потом одеваешь. А потом через 2-3 дня в озеро заходишь, там и купаешься, и стираешься. Вот. Да, мы туда приезжали, там рядом был пляж, где в вратаре была разминка. Мы приезжали туда в первый день. Очищали пляж от, ну, вратарь именно от камышей, то есть там камыши засохшие были, от грязи, от мусора, вкапывали шины резиновые, и, ну, чтобы прыгать через них. Облагораживали территорию, вот потом гаревое поле было, там камешки, да, убирали, там ходили, ручная работа, ну вот, а потом тренировались там. Ты часто вспоминаешь все эти условия и то, как это выглядит для тебя сейчас, вот этот вот прогресс? Да, я вообще с кайфом вспоминаю все вообще. А в тот момент как это воспринималось? Тоже с кайфом? Да нормально. Слушай, ну а другого-то мы не видели, лучшего не видишь, то в принципе нормально. Если бы сейчас выдернуть и поставить на гаревое поле, ну, денек продержался бы, наверное, потом все. Собирали по частям. У меня нет истории, потому что я сфокусирован на работе. Всю жизнь. Only pitch. Истории нет. У меня история есть про Ярика, как он рассказывал, что у него дома есть домовой, и он с ним разговаривает. Это было в старом доме. Он с ним разговаривает. Маленький такой бородатый гномик говорит: на кого он похож? На армянина маленького? Это Галустян тебе в гости приходил, ты подумал, что домовой...